британском приморском Дорсете Мелани и Франциска де Ватс вышли на охоту за самым свежим воздухом. Они ловят его с очками с пластиковым пакетом внутри, а опорожняют стеклянные банки с герметически закрываемыми крышками. Предприимчивые англичанки взимают за каждую банку $115. Нет, это не грабеж. Мы продаем натуральный продукт. Не берем воздух с кухни или из гаража. Сестры Деляги уже отправили клиентам больше сотни банок с консервированным воздухом. А раскупили банки жители больших китайских городов, страдающих от сильнейшего воздушного загрязнения. Хотя глоток свежего воздуха из британского Дорсета вряд ли сильно улучшит жизнь мучеников смога в Китае.